Хей, hey, йоги, с вами Шмаки, и мы продолжаем пройти игру по названием Enter the Gungeon. Enter the Gungeon. Хорошо, мы в прошлый раз поиграли с вами, ну, прошли обучение и сыграли за десантника. Давайте, наверное, сыграем за кого-то в этот раз другого. Давайте пилот, пускай это будет. И сразу переходим, так сказать, в наш патронникум, да, где у нас очень много всего нового теперь. Потому что у нас был очень хороший забег в прошлой серии. Так, КБ-15. Классный... Так. Класс брони выше нуля. Становится мощнее, если у владельца есть броня. А, то есть с броней он мощнее. Разработчики этого оружия поначалу пытались придумать систему, которая бы видела попадание пули в цель или нет. Но система была настолько не интуитивно так понятна, что они в итоге сдались. Некоторые из них до сих пор друг с другом не разговаривают. Я все понял. Заводная... Так, пушка. Заряди ее. Сдуем их. Почему там песенка-то не до конца играла? Я думал, типа, каждый раз он будет... Это как, знаете, заводная игрушка, то что клон вылазит. Что вот нихера. Удручатель. Холодная проводная жизнь. Правда жизни. Так, замораживает врагов. Один счастлив... Так. Несчастный воин привел это уникальное оружие в оружие и выбросил его, когда сдался. Она стреляет крайне низкоэнергичными пулями, которые несут гнетущую депрессивную смерть. Не, на самом деле здесь много пушек. Блин, не знаю. Ну, мне нравится Айзек из-за того, что там пушек нету, да, а все в айтемах. Чисто из-за этого. Поехали. Патрон мастера. Первый зал. Это редкий артефакт, означает мастерство первого зала. Апокрифические тексты, обнаруженные адептами. Так, ордена указывает на то, что между оружием и пулей существует какая-то связь. Пустышка. Отгоняет пули. Убирает все вражеские пули в комнате. Отталкивает врагов назад и наносит небольшой урон. Так, хорошо. Теневые патроны. Двойной заряд. Пассивные. Выпускает дополнительные пули. А с тех пор, как гегемония арестовала пилота за хранение предметов сомнительного типа, наверное, а происхождения, он перешел на более скрытные методы хранения. Что-то я не видел до пулю, на самом деле. Чё-то ее не видел, нихера. Так, теневые патроны. Выпускай дополнительные пули. Эти сумеречные патроны прячутся в тени других патронов. Патронов и ждут, когда придет время нанести удар. Пушка кола с большим содержанием кофеина. Не выбрасывай крышечку. Ускоритель. Это было. Карта. Этаж показан. Пассивная. Карта текущего состояния, однако... Так, одного этажа оружили. Быстро устаревает. Быстро устаревает. Морозный амулет амуниции. Шанс заморозки. У пустышек есть вероятность заморозить врагов. Холодный на ощупь. Подождите, так, а где этот? Я ж получал мешочек, да, живой. Не, со мной бегал живой мешок. Где он? Это пет, питомец этот. Что-то его здесь не вижу. Рано. Окей. А, так это не считается за босса? Серьезно? Так, патронщик-ветеран. Застрельщик. Ветераны более опытные, чем рядовые члены клана патронов, и лучше владеют искусством огненного боя. Эти искусные стрелки предвосхищают движение мишени и целятся туда, где она скорее будет, а не туда, где она находится. Танкист. Танкист. Хорошо вышкованный. Сухарь-патрончик. Это агрессивные и стойкие солдаты, припасанные к бронированным колоннам
припасенные к бронированным колоннам. Шахтовики. Шахтовики прячутся под своими шлемами, готовятся дать залп по неприятелю. Короткий и стойкий. Среди оружевших мертвецов только у шахтеров растут бороды, что вызывает зависть у всех их собратьев. Грибоед. Дефективный. Грибоеды — это исковерканные патронщики, преждевременно выстревшие, но по-прежнему способны к работе к той в какой-то мере. Склонны к паранойи. Патронщик удачи. Одна попытка. Дальний родственник ключа патронщика в своей вместительной голове может прятать кучу полезных вещей. Если на них не обращают внимания, они начинают скучать и вскрываются за завесой. Только самые умелые оружейцы могут испытать удачу и попробовать что-то у них получить. Синий дробовщик, синий мертвый. Патроны из синего братства отличаются от своих красных собратьев более высоким скорострельностью, но более ничем не отличаются. Дробовщики славятся тем, что после смерти взрываются, чтобы отомстить своим убийцам, обидчикам. Так, снаряд снайпера. Попробуй подстрелим. Сами по себе эти остроглазые гильзы снайперы угрозы не представляют, но очень опасны, когда поддерживают в бою других оружейных мертвецов. Искатели приключений, встретивших этих, делятся на две группы. Они считают, что эти оружившие мертвецы с годами породнились со своим оружием, а другие, что склонились к тому или иному виду оружия, была у них в крови. Ладненько. Экспансив. Оружевший мертвец зомби. Это духи, способные воплощать и развоплощать в собственной воле, не прекращая сражения, которые они так извидали при жизни. Когда патронщик умирает, он попадает в полость. Иной раз эти использованные патроны наделяются силой призрака. Возвращается в свой родной зал. Бомбанши. Вопль и трепет. Эти существа вечно ищут отомщения и издают вопли, частота которых совпадает с антипустышечными разрядами оружельщиков. Антипустышечными. Король нетополя. Большая пуля летучая мышь. Самый крупный из известных видов нетопотерей. Нитро. Мирный сюрприз. Эти вредные цилиндры своими зажженными фильтрами падают сигналы для воздушного удара. Взрослые нитро так попадаются редко из-за своего крайне взрывного характера в юности. Многие нитро встречаются раннюю смерть, подрывая в знак протеста почтовый ящик и туалета. Каплеид. Количество превыше качества. Каплейды – низшие чины каплейческой армии. Эти фанатические воины бросаются в бой без малейших колебаний. Их бешеная скорость может сравниться лишь с их уязвимостью. Каплеоид. Каплеид, каплеоид, каплеанец. Каплеоид. Разделяйся и побеждай. Когда каплеанец гибнет, он мгновенно порождает двух мстительных каплеидов. Каплеиды, которые гораздо быстрее своих прародителей, применяют против своих жертв тактику захвата в клещи. Каплянец. Побеждать числом. Штурмовой пехотинец 3-го полка армии Каплеемени. При смерти способен делиться и брать неприятеля числом. Когда-то ужасающая Каплянская империя завоевала тысячи миров. Ее распад начался только после гибели зимней кампании в чрезвычайно холодном районе Вселенной. Превыше всего каплеицы жаждут битвы, а в оружии они могут возродить славное и жестокое свое наследие. Черепогаз, походу. Пороховой череп. Это череп, известный искатель приключений, набитый черным порохом из шахт оружелия.
Чика. Ох ты. Чика относится к необычному виду птиц, что откладывает яйца с пулями. Дульный дымок. Резкая вспышка. Когда стреляет величайший из орудий, яркая вспышка из дула провождается это дымок. Священные писания ордена гласят, звезда астероида сама по себе является таким дымком, появившимся в тот миг, когда с неба была... Так, когда с неба была выпущена великая пуля. Кубу Каплин. Ужасающая симметрия. Это более совершенный вид каплианцев, освоивший искусство полета. Кубоплены бьют по врагу с неистовой силой, вышибая заряды из своих студенистых тел. Для военных так. Доктрины, комплекса, главная практичность. Кубокаплины превратили свое тело в кубы, научились более эффективно использовать десантный транспорт, несущий их к новым завоеваниям. Шансо Каплины. Бессер Каплин. Шансо Каплины – класс берсерков среди имперских ударных войск каплианцев. Известны своей хаотичностью и яростной манерой атаки. Шансы на выживание тех несчастных, кто столкнулся с Шансокапленом, высоки. Ученик Чаружейника. Заклинатель пули. Ученики Чаружения менее искусны, чем их собратья-оружеманты, а вынуждены натачивать свои мастерства, придавая пулям различные несложные формы. Язык просто сломаешь об это описание всяких не. Высший Чаружейник. Синий маг. Высшие маги знают на один вид магии больше, чем их собратья в красных рясах, и никогда не позволяет об этом забывать. Подтверждение их геометрических пропорций является их круглые пули-перстни. Пули-перстни. Заклинатель. Забытое искусство. Адепт запретного раздела оружемантии. Эти проклятые жнецы умеют превращать простые убитых оружелия в жуткие заклинавших. Не та пуля, пуля летучая мышь. Эти летучие мыши никогда здесь гнездились, и великая пуля исказила их. В атаку они могут развивать высокую скорость, но не способны пережить столкновение. Дробопыль. Летучая мышь снаряд. Дробопыль разделяется вдвое, выстреливая V-образным снарядом. Ну так, но им можно убить, но им можно сбить прицел, оставаясь неподвижным. Гранатопырь. Летучая мышь граната. Гранатопырь взрывается при столкновении. Использование ЧК гарантирует гранатопыря ценный компонент чаружия. Нетопризрак. Летучая мышь-призрак. Это призраки павших в бою нетопырей, вернувшись из-за завесы. Бесплотные нетопыри, способные перемещаться в пространстве перед столкновением, что создает впечатление массированной атаки. Угольщик. Я разгораюсь. Угольщик – это кусок неочищенного угля с руками, хотя непонятно, какая роль им сведена в оружии. Осторожно, они легко восполнены, не меняются, а разгоревшие начинают хаотично перемещаться. Детонатор. Складный и умноженный. Так, стреляет лазером на все четыре стороны, а после смерти взрывается. Из-за того, что шахтовики, зная взрывной характер детонаторов, часто приносят последних в жертву, чтобы ускорить горнопроходнические работы. Пушка Кореныш. Пулевые пузырьки. Юный отпрыск какой-то огромной твари. Они от природы способны стрелять, но в силу юного возраста делают это только ненамеренно. Акула пуля. Без инцидентов. Оставляет за собой пулевой след. Плавучий глаз. Бесконечное видение. Так, невольник-очевидца. Эти проклятые создания созывают всякий раз, когда очевидец стреляет из глаза своего знаменитого оружия. Оружейный маньяк. Темный рыцарь. Оружейные маньяки командуют младшими оружевшими мертвецами имени короля патрона и обходят дозором зала оружелия с могучим клинком
выкованы из чистой пули. Грибопушка. Хлопошляпки. Прохождение грибного царства. Эти грибовые существа приспособлены к жизни в оружеле. Научившись так. Испускать вместе спор. Подожди, куда он так листает? Начнешься испускать вместо спор смертельные полевые облака. Так, их часто встречается вместе с гораздо более опасными людопырями. Свинцовая дева, дочь скотобойни. А пока закрыта, неприступна. Это приспособление для пыток, созданное оружевшим мертвецом, нашпигованным мелкими видами оружия. А мазильный зверь. Не на своем месте. Невидимый хищник, использующий при нападении на жертву смертельным пулевым хлыстом. Кроме этого, способна применять необычный тип стрельбы, называемый проекция. Стреляет призрачными изображениями самого себя, чтобы обмануть оружельщика и заставить его промазать. А смертотида. Жуткое тактическое действие. Смертотиды существуют в том измерении реальной, так перестрелки, в которой необходимое в физическое оружие отсутствует. Так, они ненавидят солнечный свет и обитают в самых темных глубинах оружеля. Так, смертотиды – древние оружелия. Их магия – одна из первых задокументированных магий в вселенной. Почему ты считаешься обычным врагом, я не понимаю. Запальщик. В запале. Жуткое сочетание взрывчатки и фитиля. Это летающее создание обычно селится внутри гигантских бомб. Порой слишком горячится и буквально вспихивается полуслово, но что поделать, такая уж у них взрывная натура. Может, его нужно было это не стрелять, а он типа сам бы сдох, интересно. А, походу, знаете, этих боссов будут сюда вот пихать. Типа как обычных врагов. А боссы вот. Чека Гатлинга. Скоростной огневой охотник. Огневой охотник. Эта птица, что обитает в первом зале, отгоняет пришельцев своим привычным оружием. Магия оружия изменила ее и никогда уже не помнит, какой она была до встречи с великой пулей. Очевидец. Сейчас не скромными так пушками. Очевидец, демон глубин, владеет 6 пушками, одновременно среди которых одна ужасна другой. Его величий глаз способен испускать лучи огромной силы, но при этом не может вращаться достаточно быстро. Знаете, это похоже на этого. Не помню, как игра первая называлась. Короче, вот так. Очевидец, наблюдатель, кажется, его называют. Типа вот глаз, да, и у него еще типа здесь такие щупальца с глазами. И он, типа, из них испускает лазеры. Такие. Фух, ну чё, 20 минут прошло. Найс, можем бежать. Забег. Ну, сами подумали. У нас же еще магазин где-то должен быть открыт, да? Здравствуйте. Приветствие. Благодарю вас за помощь. Департамент запуска снова действует. Слушай, спасибо, что вытащил нас из той клетки. Это департамент закупное оружие. Ты можешь внести. И мы закажем в коллекцию новое оружие и другие вещи. Попасть в оружие нелегко, но раз уж агмоны захватили власть, это все, что принимают те, кто сражали. Что за коллекция? Оружие. По идее, это нечто вроде музея, только для оружия. Так, что мы собираем лучшее, а затем сбрасываем это вниз. К счастью, гмонам так постоянно приходит вытеснять мятежников вниз, и к нам идет постоянный приток нового снаряжения. Они продают нам все что угодно. Ты делаешь заказ, а потом ищешь заказные в залах. Так, что заказываешь что угодно. Если закажешь все из нашего списка, просто возвращайся позже. Вот так вот. РПГ. Ракетные пули. Лазер, гамма-луч. Бутылка с сердцами. Пистолет-пулемет.
Ну слушайте, в принципе, я могу потратить. Ну все. Че, время еще почитать, да? Да. А, подожди, у тебя есть отмычка. О, у тебя тут новые предметы. Так, так, так. А, это нужно типа найти, да? Окей. Походу, да. Так, активная. Надежная отмычка. Кому нужны ключи? Шанс взломать замком можно использовать один раз для одного замка. Эти отмычки никогда не подводили пилота, за исключением тех нередких случаев, когда подводили. Дальше. Обезоруживающая личность. Чего угодно. Пассивная. Снижает цены в магазине. Это хорошо. Пилот умеет договариваться о чем угодно, особенно о перестрелках. Это хорошо, то что у нас теперь с вами есть скидочка в магазине. Не так много нужно будет тратиться. Создаю. Блин, я говорю, у меня просто рот засыхает, и я начинаю просто ошибаться, что у меня заплетает язык. Поехали. Какой-то урон слабоватый, не думаете? Изи. Так, вниз сразу идем. Так и знал. Готово. Давайте зайдем, посмотрим, что в магазине у нас вообще есть. Так, обрез есть. А я могу ключ купить. Ну, куплю. Ну, не прямо сейчас, но куплю. Так, я не помню, оно падает? Да, падает. Бац-бац. Отлично. Пойдем вниз. Готово. О, почти зацепил. Ага. О, сака ходит. Я тоже хочу АК, слушайте. Тоже хочу кам. Я стоял на месте, в смысле? Я послушал совета, Найс. Я теперь не получу патрон мастера. Хорошо, идем. Так, сирена.
Водяная пушка, слушайте. Пуляет два залпа. Вон. Два снаряда выпуливает. Все испоганили меня здесь. А что здесь у нас? Ладно, пока с пушкой пилота похожу. Ну, вот секретка открылась. Это секретный босс, о котором я говорил. Гоу, знаете, как поступим? А, я могу и то купить. А, подожди. Или сердце купить. Это пачка денег, масонские тайны. Привет. Это кто? Да ладно, даже так. Окей, гоу, тогда сюда. Можем, в принципе, на босса сходить, потом в секретную зону. А, я туда не попаду. Там два ключа нужно. Сука, ладно. В следующий раз тогда. Король патрон. Патрон. Хоп. Хоп, 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 хоп. Пойдем, должен сейчас в бешенство пойти. Нет, не пошел он в бешенство. Ну ладно. Так. Стала техника прицела. Переворот чего? Чего-то, короче говоря. Переворот чего-то. А я сейчас проверю опять, туда же спрыгнем с вами, помните, вот под лифт. Я хочу посмотреть, будет ли то, что мне нужно. Собственно, оружие, да? Нет. Ой, интересно, так в каком моменте у меня появится здесь? По идее, кто-то должен либо сидеть, или что-то быть, я не помню точно. Патронов не так много. Ладно. О. Повезло. Ладно. Пока тогда будем пользоваться этим.
Бац. О, перезарядка! Вот гамнюка. Я не убил его. А, ладно, мне все равно прижитали. Я немного, знаете, расстроен, типа, ну как так? Ну, фонарик какой-то. Можно разобрать только слово «жертва». Остальное стерто. Уйти. Еще ключ. Найс. Как там много ключей мне дают. Поехали. О, как раз новый этот предмет, что я заказал. Бутылка с сердцем. Добавляет один слот ХП. Окей. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А снова же поинтересуюсь. Что за фигня? Почему мне встречается аналог босса? Готово. Бутылка открыта. Странно, да вы здесь стали эти попадаться, типа боссов. И очень часто. Ни хрена еще. Это что, типа, двойная локация? Там золотой сундук есть? Вау. Пламенная пушка, C4. Один. Даже нет, это выброс, да? Плюс секретка. Сорок один. C6. Или ключ взять. Раз, два. Три. О, короче, броню возьму еще одну. Мне бы как-то это купить. А где там? А, вот сундук. Опа. Здравствуй. Око очевидца. По идее, последний заряд. Это мы сделали... Ну, короче, себе амоним помощника. Так и выгоднее, пускай вздыхают сами. Так, здесь я, короче, должен отдать любое оружие на сиденье. Давайте свой пистолет отдадим. Это пушка... Так.
Эту кошку извратитель не хочет. Гудрабаш. Два свободных гнезда. Не, я лучше отойду, потому что... Хотя, если сейчас там будет дерьмовые пушки... Ах ты, сучка. О, мы ваншотнули его, потому что он водяной. Так, там закрыто. Окей. Окей. Там много слишком забирают. Слишком много забирает. Поехали. Старое золото. Для тех, кто знает толк. А, так этот приятель мне помогает искать сундуки. Так, маячная пушка. Стирай только автоматов. Попробуем. Пойдем, сходим на кого-то. А, в этом плане. Маечная. Го, этот испробуем дробовик. У нас тоже босс, в принципе, ладно, полетели. Хотя. Ключик еще купить. Можно залететь, короче, продать пушки, дать маечку и вот эту. Ну, сходим, отдадим. Ну, типа, попробуем. Может, что-то годное дадут. Так, извратитель, похоже, мог бы принять еще одну пушку. Да. Обычный дробовик на взводе. Так, ладно, давайте тогда я возьму. Да ладно. Ребят, это очень редкий босс. Повелитель дверей. Ах ты ж, ё-моё. Воу-воу-воу! Изи. Ух, секретный босс. Секрет босс. И это именно жесткий, понимаете, там... Не знаю сколько, 5%? Или 1% на этого босса? Синий камень Гуана. На моей стороне.
Вау. Это было круто. Дверь босс. Здесь у нас ничего нету. Я не знаю, там довольно очень маленький шанс на этого босса. Но нам повезло его встретить и при этом убить. Понимаете? Так, это у нас уже получается третий этаж, да? Здесь нифига. Так, окей, что делает хотя бы мне этот синий патрон, интересно. Они что-то пишут, да, по идее? Должно быть. Должно быть. Ладно, потом прочтем. Ту-ту-ту-ту-ту. Слот на локейшн. Ау. Ладно, буду тебя тогда использовать. А, так он уничтожает пули вражеские. Это хороший. Это очень хороший пит. А, когда я переворачиваю столы на сломо. Нет. Готово. Погнали вправо. И куда мы спрятались? Мы куда бежим? Тихо. Хорошо. Плюс хп. Вот это место довольно странное. Ух, чет. I'm sorry. Большой грибок. Рик. Тык. Тык. Тихо. Так, там опытный, походу, этот. Дробь. Да, опытные пули. Быстрый и точный. Так, магазин закрыт, с другой стороны входить. Готово. Отличненько. А. Сразу нашел настоящего. Ту-ту-ту-ту-ту. Скоро магазин. Как раз есть что-то, будет что-то купить. Замечательно. Замечательно. О, секретка. Стеклянный камень гуана. А, его заряжать надо. Надеюсь, он меня не убьет. Ладненько, пока с этим похожу, поброжу. Ствол, а за 54. Тяжелые сапоги. Чак. Защита. Там ничего. Ну, походу, мне как-то нужно туда попасть. Так, сколько ты стоишь?
24. Могу сюда и наверх. И наверх. Босс. Возвращаемся. Отлично. Я разочухался. Неслись. Все? Теперь точно все. Так, вам погнали сюда. Сундук. Вау. Королевская пушка. Да здравствует. Король-бомбардир. Ха. Подожди. И... Как оно... Ну, типа, только корона, что появляется? Окей. Ну, она бесконечная. В чем прикол? А пока вот эту допуляем. Быстрый грибок. Так, что здесь у нас? Близняки. Тихо. Оп. Готово. А, так они со временем сами взрываются. Да, их вода ваншотит. Сигареты. Опасно для здоровья. Если не ошибаюсь, они отнимают тут ХП при нанесении урона. Что-то возьмем это и попробуем. Ах, королевский танк. Ой, королевский танк. Бронедап. Вот это новая атака. Воу. Воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу. Ладно. Бац, 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 бац. Бац, бац, бац. Бац, 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 бац. И танк убит. Так, отлично. Так. Ну, в принципе, танк убит. ХП только, конечно, у нас маловато. Защита. Морозные пули. Ледяной огонь. Так, давайте мы, наверное, слетаем к торговцу. У него там ХП валялось. Сколько оно стоит? 24.
Так, оу, я думаю, купим. У нас главное здесь сейчас нету никаких проблем, это с этими ключами. То есть у нас постоянно есть два ключа, да? И есть отмычка, еще не использованная. Сигарета, если мы используем, я не помню, кажется, у нас отнимется просто хп. То есть это юзабельный вообще такой дерьмовый предмет. Ох, это ж я... Я его чисто и взял, чтобы он как бы не отображался. Призыватель чертов. А, заметьте, что локация холодная, и они замерзают. А? А, нет, это у меня пули такие. Ясно. Я думал, типа, локации, типа, холодные, поэтому пули замораживают. Да, мне бы армор где-то взять. У меня же пули нет на этого дробовика. Ясно. Ясно, понятно. Ну, слышь, а как я к нему туда пролезу? О, изи. Патриарх. Песня охерительная. Боевой зуб. Актив... Так. Активная перезарядка. То есть быстрее перезаряжается, я понял. Ух ты ж, ё-ма. А, то есть она и пули забирает. Я знаю, как это работает. Почему здесь подсвечено? Что это? Огненная рука, модификация 2D6. Интеллект. На себе. Прикольный предмет. Так, ну у нас, короче, вот это хорошее. Так, то дерьмо. Что тогда тебе использовать? Давайте пока не буду на этот использовать, посмотрим, что у нас еще есть. Так, остается только сюда.
Отлично. Готово. Отлично. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Отличненько. Ага. Бац. Бац. Ключик. Дальше что у нас? Хорошо, съехал. Отъехал. 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 Так, тебя бы, скорее всего, мне взять на водяное. Да? Не, походу нужно было брать на обычный дробовик. На вот этот. Ладно. Ну ладно. Буду знать. Какой дробовик в приоритете? Ух, пронесло. Как раз и на это дробовик дали. Блин, мне бы магазин где-то найти. Ага. Хорошо, здесь у нас два сундука. Отлично. Торговец. Так, кольцо сопротивления огнем. Хорошо. И босс. Какой сломать? Давайте, наверное, этот я сломаю. Хлам, хорошо. Тебя открою. Ракетные пули. Больше... Так, большие быстрые пули. Ну, я думаю, начну с огненной, да, вот этой пуши. Стена. Стеновед. Подожди, подожди, не-не, я все-таки передумал. Где огненная?
Сука. Повезло. Там стена, если что, не бесконечна. Ух ты ж ё. Я могу так, по идее, бесконечно... А? В смысле, а тогда он... Окей. Окей. Да, по хп у нас уже не густо. На серии идет час. Ну да, вы видите, забеги довольно долгие. В Айзеке 40 минут мы уже, считай, выигрывали. Кузни. Зал 5. Где мой дробовик? Ой-ой-ой-ой-ой. Я сейчас этот момент не заметил, то, что я горел. Плохо, это очень плохо. Очень-очень плохо. Хорошо. Ох. Тихо. Иду вниз. Так. Королевская пушка. Не хочу рисковать. Поэтому будем юзать самое хорошее. Я Ай нажал. Я пустышку заюзал. Что за бред? Убийца, выше чаруничек. Чаружейник. Пилота, 41 минута, денег нормально. Ну, почти как денег. Интересно, что нам там новое открылось? Давайте. Думаю, на этом заканчивать, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. До новых встреч.